Месяц репетиций позади. Часы дефиле, работа над собой – все для успешного выступления. Уже в эту пятницу самые талантливые жительницы округа попробуют свои силы в конкурсе красоты, талантов и достижений «Мисс и миссис Химки». Чтобы попасть в число финалисток, девушки прошли строгий кастинг. Участниц поделили на 4 категории. Юная мисс, мисс, миссис и миссис классик. Волнение нарастает, но девушки уверены, что справятся. На финал я не боюсь выходить, но есть, конечно, волнение. Оно присутствует, потому что я думаю, что в зале будут близкие мне люди. И мне очень хочется их не подвести. И хочется подарить им тоже вот этот праздник, частичку того, что пережила я за период этой подготовки. Конкурс проходит при поддержке Химкинского отделения Союза женщин России. Его руководитель Ольга Бахмутова отметила, что это проект про женщин и для женщин. По словам режиссера-постановщика Елены Тараненко, зрителей ждет настоящий праздник женственности и красоты. В нашем городском округе уже много лет не проводился конкурс «Мисс и миссис Химки». Поэтому возникла идея создания такого замечательного проекта. В финальной программе нашего шоу зрителей ждут очень красивые постановки. Это дефиле в разнообразии. В разных нарядах, также творческие номера наших замечательных конкурсанток, ну и, конечно же, торжественная церемония награждения. Для Анны Крот это первое подобное выступление. Она не сразу решилась рассказать домашним о своем желании пойти на кастинг. Удивились, потому что как бы не ожидали вообще. Я сказала, что есть кастинг, да, но потом как-то сомневалась еще пойти. Вот. И когда пошла на кастинг, я никому ничего не рассказала. Вот. И потом, конечно, я сказала, что все. Я участвую, как бы удивились, да, как так, что еще, когда это ты успела? В общем, ну, все хотят очень посмотреть итог. Финал конкурса «Мисс и миссис Химки» состоится 15 декабря в гостеприимном зале многофункционального социального комплекса «Восход». Начало праздничного шоу в 17:00. Вход свободный. Липанова, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.